так же, как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле. Этими словами, произнесенными незадолго до трагедии, Елизавета Глинка как будто предрекла свою смерть. У вечного огня две гвоздики на снегу и табличка с надписью «Доктор Лиза. Вечная память. Вечная слава». Ивановцы почтили память исполнительного директора фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки. Она погибла при крушении самолета Минобороны, когда летела в Сирию, чтобы доставить гуманитарную помощь тем, кто в ней так нуждался.